Их узнают по одежке, а выбитая когда-то аббревиатура ЗВДВ остается навсегда. Пусть со временем краски блекнут и уже другие покоряют небо. Цвет берета все тот же, голубой. Ведь недаром говорят, бывших десантников не бывает. От убеленных сединами фронтовиков до молодых бойцов, недавно совершивших свой первый прыжок 2 августа, на праздник приходят даже целыми семьями. Слова благодарности, вручение медалей и воспоминания о тех, кого с нами нет. Людей в тельняшках и беретах сегодня можно было встретить буквально повсюду. Счет на сотни. Увидеться с боевыми товарищами, вспомнить годы службы. Для каждого день ВДВ свой. Это наша жизнь, это молодость наша, это самые лучшие годы. Сила, мужество, отвага. Для меня это праздник, можно сказать, профессиональный. Это день встречи с друзьями, с которыми служили, с которыми давно не виделись. С троем и нога в ногу, с речевками и песнями, организованной колонной от площади Победы десантники прошагали по улицам города. Одной из главных остановок в маршруте был памятник воинам-интернационалистам. Ведь война в Афганистане стала для крылатой пехоты настоящим испытанием и новой кровавой страницей в истории. Патриотическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения. Именно это считают своей обязанностью члены общественной организации «Бобруйский городской союз воинов-десантников». Более 400 бывших воинов под своим крылом он объединяет уже на протяжении 2 лет. Популяризируем службу в вооруженных силах Республики Беларусь, в частности, в воздушно-десантных войсках и войсках специальных подразделений. Мы присутствуем, ходим в школах, проводим мероприятия вместе с администрацией школ, приютов. Одни сегодня вспоминают молодость, другие, напротив, заглядывают в будущее. У каждого поколения миссия особенная, но чувство братства не подвластно даже времени. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.